Стокгольмская телевизия представляет фильм «Серый пингвиник Пик-Пок». Поводле книжки Адама Бахдея. Сустреча с Касси. Малый пингвиник Пик-Пок, стомлений с дарениями минулого дня, снил сны про Касю и про новые пригоды, якие он так любил, и раптом... Ненавито. Добрый день. Кому? Кому? В зоопарку! Открытие! Сенсация! Халиласка, про нас артикул. Новины! Ранішні новини! У нашим зоопарку гостить герой дня! Ранішні новини! Халиласка! Чого ти ревеш, ніби то слон тобі на хвост наступив? Коли б ти умів читати, і здивлявся б. Отчитання, тільки й блутаніна у голові. Коли ласка, на першій сторонці наш герой. Гэта ён урутаваў нейкага жэўжыка ад страшнага сабакі. Який ён герой! Я сам бы даў радасным разяватым сабакам. Такі вялікі, я верыш у гэтую лухту. Аддай! Аддай, жэўжык ты! Хлопцы, слухайте, мы зробим яму. Что это? Что это? Ах ты жеужик! Погляди, ты на первой сторонце газет. Я схаваю гэтую газету себе на память. Может, Кася прочитает про меня и знайдет меня таким чином. Лучше я надоведается про тебе с телевизии. Учора показывали репортаж. Еще чего? Телебачення захотелось ей. Только абы який неотчесанный пингвин появится у зоопарку, одразу у газеты пхается. Не бы, кроме его, тут никого больше нема. Ты ж не правда! Вы еще про меня не почуете. Я чула, что было важное телефонование у твоей справе. Звонили. Одно с нами они... Слово страуса. Я как раз хавала голову в песок, коли директору потелефоновала некая девчинка. Девчинка. Кася! Кася! Это напевно Кася! Кася! Не могу я уже не могу дочекаться ее. Как ты думаешь, Агата, я на прийде? Стопроцентово. Я на прийде у час кормежки. Моя Кася. Найлепш будет, коли я почекаю ее ля брамы. Не теперь, так у четвер, герой. С моей допомогой ты дочекаешься. Увага, увага, пора есть. Дороженькие, перекажите Пик-Поку. Не сиди тут, как страус на яйку. Ворушися. Увялите семьи дзюбой не ляской. Коли ласка, приготовьтесь до обеду. Детки завсюду любят глядеть, как кормят зверов. Ну?
сюда! Ратуйте! 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 Это ён! Это приблуда! Где там? Что? Что там такое? Ну что за жевжики? Вы поводите себе, как живёлы. За вас я перерыву всю сажалку, да сорому наелся. Что дети про нас скажут? Не хвалюйтесь, я зараз наполню это ведро. Садите шпротки до тетки. На мне так само можно различивать. Я не горший рыбак, чем Агата. А ты же уже не отрымаешь десерт у покарання. Адгэтуль я не спущу с тебе вока. Ходи, покажи, герой, на что ты здольный. Ага. Сюда, коли ласка. Кася! 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 Кикбок! Кикбок! Кася! Кася! Як ты поживаешь? Я тебе хотел показать одну рыжь, але забил я ее. Самое главное, что ты нашелся, мы снова разом. Герой знайшовся. Я вельми рады, что Пік-Пок знайшов свою опякунку. Мушу признаться, у яго узорные поводины. Я завсёды ведала, что это самый послухмяный гарэзнік сярод пінгвінаў. Дзякую вам вялікае за опеку над нашим Пік-Поком. Мне было вельми приемно. Ведаешь, что, Кася? Про меня писали в газете. И показывали в телевизии. Але на яве ты еще больше милый и пригожий. Сценар, сценография и мастацкое кіраўніцтва Тадеуш Вількаш. Режиссер и оператор Евгеніюш Ігнацюк. Мультиплікатор Кшиштоф Бжазовский и Адам Вырвас. Переклад Юля Костіна. Читала Ганна Зазулінская.